гадкий ребят, с вами Мотя. И сегодня будет комикс «Король Лев. Новый принц». Что было до того, как родились Така, Шрам и Муфаса? Давайте начинать! Папа, папочка, подожди, для мамы ты идешь слишком быстро. Думаю, ей следует отдохнуть, она выглядит и впрямь уставшей. Она догонит нас, Ахади. Ну, пап! Она догонит, она та еще плутовка, так что сделает это. Ну, папуль, я тоже очень устал, мы идем уже весь день, у меня лапы болят. И я тоже проголодался, пап. Ахади, ты знаешь, мы в чужом королевстве, и нам нельзя останавливаться. Но мои лапы... Кажется, там есть пещерка. Я проверю, безопасно ли там. И потом вы с мамой можете отдохнуть, пока я пытаюсь что-нибудь поймать. Класс! Мама, ты слышала? Да, мой дорогой. Отдохни, мамочка. Ахади, отойди от матери. Пусть поспит одна. Ты ляжешь со мной. Она очень устала. Ты можешь ее разбудить. Мамочка? Где она? Она ушла, Ахади. И скоро она вернется? Нет, она больше никогда не вернется. Ее время пришло, а ты уже достаточно взрослый, чтобы обходиться дальше без нее. Теперь я буду учить тебя всему, чтобы ты стал сильным львом, Ахади. Теперь ты, Вода, попробуй поймать меня, Сина. Ты хорошо бегаешь, Шуру, но в прятках со мной и Реной не сравнишься. Вы меня никогда не догоните! А? Кто там? Эй! Меня зовут Ахади. Привет, Ахади, я никогда раньше тебя тут не видела. Да, я тут недавно. Я так и поняла. Хочешь познакомить тебя со своими друзьями? Уру! Он же чужак, отойди! А в чем проблема, Сина? Он такой же львенок, как и мы с тобой. Как принцессе тебе следует быть осторожной, твой отец согласился бы со мной. Ты что, принцесса? Конечно, я будущая королева земель Прайда. Можешь выразить мне свое восхищение, я классная. А мы могли бы встретиться завтра, я хотел бы с тобой дружить. Я думаю, тебе не стоит встречаться с ним завтра. Ведь его родители могут быть опасны, а я всегда осторожна с незнакомцами. Ох, Сина. О, мои солнечные лучики, как у вас прошел день? Уру встретил незнакомого львенка. Я сказала ей, чтобы она не подходила к нему. Я права, король Махату? Ну и я беда. Так это правда, Уру? Да, папа. Спасибо, Сина. Ты сделала все правильно, из тебя получился бы хороший советник. Уру, нам надо поговорить. Прости, папа, я не знала, что мне не стоит разговаривать с чужаком. Но он хороший. Он? Ты что, не злишься на меня? За то, что ты разговаривала со львенком? Разве за это ругают? Ну, Сина сказала... Ох, ты же знаешь Сину. Она вечно по пустякам волнуется. Почему бы не навестить его семью? Мы могли бы познакомиться поближе. Конечно, папа. Ну, папа, пожалуйста, дай им шанс, они же пригласили нас, мы должны познакомиться с ними. Ахади, не будь глупым. Королевская семья не должна общаться с такими, как мы. Они заботятся только о себе и думают только о правлении. Мы смешны для них. Завтра мы покинем эти земли и точка. Это так несправедливо, я нашел друзей, мы не можем уйти. После того, как мама умерла, я остался совсем один. Каждый день у тебя не было на меня времени. Будто ты мне не отец. Ну что, мы нравимся в новом видео, и вы хотите продолжение, то постоянно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. До новых встреч, ребята!